В Славянском районе продолжается реализация краевой программы «Дети Кубани», благодаря которой в этом году 20 детей-сирот станут обладателями собственного жилья. Губернаторская целевая программа «Дети Кубани» работает с 2009 года. За это время 330 славянских ребят из числа детей-сирот были обеспечены собственным жильем. На эти цели из краевого бюджета выделено более 400 миллионов рублей. Спасибо губернатору Кубани Вениаминовичу Кондратьеву, что действительно на Кубани работает такая программа «Дети Кубани». У нас есть возможность строить жилье и вручать его детям, которые в этом нуждаются. Дом, наверное, это самое главное, крыша над головой, это самое главное, что должно быть у человека. Тепло, потом уже работа, наверное, создание семьи, воспитание детей. Это, наверное, фундаментальные вещи, которые должны быть у каждого человека. Поэтому с праздником всех, дорогие друзья! В этом году новоселье отметят 20 славянцев из числа детей-сирот. 17 из них ключи от квартир получили в новом построенном доме по улице Полковой. Троих оставшихся жильем обеспечат до конца этого года. Ключи от квартиры номер 4 получает Шестаков Василий, студент второго курса Южно-Российского государственного политехнического университета имени Кладова, город Новочеркасск. Получившие ключи от собственного жилья были очень счастливы, ведь у них начинается новый этап в жизни, когда есть крыша над головой, появляется уверенность в завтрашнем дне. Можно строить планы, создавать семьи, расти детей. Заселиться в полученные квартиры новоселы планируют в ближайшее время. Вот вам уже все сделано, поэтому я не знаю, уже хочу ее все обставить. Уже покупили кухонка. Кухня так включается, да, розеток очень много. Если я захочу, то есть что куда брыкнуть. Я уже заказала, кстати, кухню, тут свет, вот, и там свет. Я уже работаю. Одна из тех, кто получил ключи и уже обживается на новом месте, Александра Удовиченко. Ремонт и сам дом ей очень понравился. Здесь Александра будет жить вместе со своим мужем. Совсем скоро у них родится малыш. Хочу сказать большое спасибо всем, кто принимал участие для того, чтобы мы получили эти квартиры. Я счастлива, что в этом году, когда у нас будет пополнение в семье, у нас появится свой уютный дом. Всем большое спасибо. Предстоящие несколько дней у новоселов будут напряженными. Они будут завозить мебель, обставлять свое жилье. Но эти хлопоты приятные, ведь начинается новая жизнь в собственном доме. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».